Навального не допустили, это, конечно, безобразие. Потому что огромное количество народа, которое его поддерживает программу. У него есть конкретная программа. От Путина мы уже не слышали до сих пор программу. Моя стратегия довольно пессимистичная. Скорее всего, это отъезд в другую страну. Потому что силовым методом я не готов что-то решать, а правовым у нас невозможно что-то решить. А я здесь для того, чтобы оставить свободу своей страны, потому что свобода выбора – это одно из прав, которое дается человеку с рождения. Она дается не только Конституцией, она дается чисто природой, и никто не вправе у меня это забрать. Вы можете быть задержаны, доставлены в органы внутренних дел по статье 19.3.